Камеры видеонаблюдения помогли задержать грабителя-наркомана. Подозреваемый зашел в один из офисов в юго-западной части города. Там, улучив момент, похитил деньги из оставленной без присмотра сумки. Мужчину удалось задержать в считанные часы, благодаря видеокамере, установленной на расположенной по соседству школе. Преступление, обращаю внимание, что помогло раскрыть наличие камер наблюдения. То есть те организации, которые их устанавливают, говорят о том, что они заботятся как бы не только о сохранности имущества, но и о своих сотрудниках. Значит, ну и помогают в соответствии полиции в будущем раскрывать преступление, находить это имущество. Сейчас 30-летний ангарчанин находится под стражей. Установлено, что он наркозависимый и ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Сейчас ему грозит до 4 лет лишения свободы.